Привет, девочки-красавицы! О, у нас сегодня опять Анютка и Барби. Сегодня она будет делать сальто. Она будет прыгать и приземляться. А учить ее будет Барби. Для этого у нас есть целая установочка, чтобы Аня научилась правильно прыгать. А Барби будет следить за тем, чтобы Анечка правильно выполняла упражнения. Знаете ли вы, что такому виду спорта, как гимнастика, обучает тренер по гимнастике? Они помогают деткам развить множество навыков, таких как колесо, прыжки и сальто. Обучаться сальто – это сплошное удовольствие, но в этом деле очень важна безопасность. И поэтому безопасность в работе тренера – это приоритет номер один. Тренер следит за тем, чтобы ученики разогрелись и сделали растяжку. Тренер также знает, чтобы организм был крепким, необходимо хорошее питание и отдых. И ты можешь быть тренером по гимнастике, прям как Барби. И вообще ты можешь быть тем, кем захочешь, Барби. Выполнять сальто очень весело и просто. Для этого нужно потянуть за край. Поставим Анечку на край гимнастического бревна. И она сама прыгнет, если мы нажмем вот на эту кнопочку, прямо на мат. Давайте скорее откроем эту коробочку и будем играть. Так. Ой, здесь так открывается. И та-да! О, какой классный наборчик! Как мне нравится! Ну что, давайте вытащим это все. Привет, девочки! Сегодня я буду делать сальто! Класс! Ой, ножка у Барби застряла! Сейчас мы ее вытащим. Для этого снимем кроссовочку. И вот. Ой, а кроссовки какие классные у Барби. Очень-очень удобно. И здесь буковка Би. Барби. Ножки у него в коленках сгибаются. И туловище тоже. Красивые черные шортики. На этот раз я их не порвала. И спортивная маечка. Посмотрите, с гимнасткой и звездочкой. Очень красиво. А вот этот голубенький цвет мне очень-очень нравится. Маечка у него снимается. Ну и шортики тоже. Привет, девочки! Сегодня мы будем учиться делать сальто. А демонстрировать нам это будет Анечка, моя лучшая ученица. Ой, мне немножечко страшно. Не переживай, Анечка. Все зрительницы канала MyToySpink тебя поддерживают и будут за тебя болеть. Ай, ну хорошо. Спасибо. Достанем трофейчик. Вот какая гимнастка. И за первое место. First place. И теперь достанем гимнастическое бревно и мат, куда будет приземляться Анечка. А чтобы их вытащить, нужно будет всего лишь открутить вот эти штучечки. Вот, вот оно сразу, бревно легко вышло. Ой, девочки, смотрите, какой классный спортзал. Ой, здесь даже есть сердечки, звездочки. Посмотрите, здесь есть все снаряды для занятий гимнастикой. Классный коврик со знаком Барби. А вид какой снаружи. Горы и море. Ящички с полотенцами. И множество других трофеев, которые завоевала Барби. Это просто великолепно. Ну что, Анечка, ты готова показать девочкам супер-класс? Я немножечко волнуюсь. Не переживай, я буду за тобой следить. Ведь на соревнованиях тоже будет очень-очень много народу, которые будут все следить за тем, как ты выполняешь упражнения. Я знаю, мне от этого еще страшнее становится. Ну не переживай, пошли, потихонечку начнем. Хорошо, я пошла становиться на бревно. Аккуратно, Анечка. Ой, мне немножечко страшно. Чуть-чуть еще ближе к краю, Анечка, подойди, тогда тебе будет удобнее прыгать. Хорошо. Ну что, готова? Да. Умница, Анечка, здорово получилось! Ты просто супер! И мне понравилось! Ну что, еще раз попробуешь? Хорошо! Еще раз пойду я, еще раз! Чуточку, Анечка, вперед! Оп. Ну, готова, Анечка? Да, готова! Давай на счет три! Раз, два, три! О, класс!
здорово! А еще у тебя очень-очень хорошо получается. Ты, Анечка, большая-большая молодец. Ура! Когда еще я прыгну? Ура! Как мне нравится прыгать. Чуть-чуть поближе, я знаю. Ну, готова? Да, я готова, Барби. Ну, давай, на счет три. Раз, два, три. О, круто! Ура, 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 ура! Ура, ура, ура! Какая же ты молодец, Анечка! Ты моя самая-самая лучшая ученица! У тебя здорово получается! Спасибо большое, Барби! Мне так приятно, когда ты меня хвалишь! Я буду еще сильнее стараться! Правильно, молодец! Старание в этом деле очень важно! И хороший тренер! Спасибо вам, Барби, большое! Для меня это одно удовольствие! А сейчас, девочки, я вам покажу, как играть с этим наборчиком. Те части здесь мат, бревно и вот это вот место, они все намагничены. Сейчас, например, если я хочу поставить Анечку, у меня здесь магнит отталкивает, я даже поставить не могу. Поэтому, чтобы поменять свойства магнита, я оттягиваю вот так вот назад. И теперь он даже наоборот притягивает. Ставлю сюда Анечку и нажимаю вот на эту кнопочку. Мат, куда прыгает Анечка, тоже намагничен. И Анюта у нас делает сальто. Итак, раз, два, три. Опа! Вот так! Я молодец, да ведь? Конечно, Анечка, ты умница, ты не просто молодец. Спасибо, я ведь так стараюсь. Я думаю, маме скажу, что я большая-большая молодец. Обязательно скажи. А вы, девочки, умеете делать сальто? Напишите нам в комментарии. Ну все, всем пока! И не забудьте подписываться на канал MyToysPink.